В этот игровой час я встречаю зрителей вас. С вами я, товарищ Тихий, и сегодня я буду снимать видео по стендовке. Не я один, а вы тоже будете принимать участие в этом ролике. А именно, блогер против подписчиков стендов. Как вы, наверное, уже слышали, что появилась обнова, поэтому... Вот. Пока ждем загрузку. Объяснюсь. В общем. Со мной, наверное, будет играть примерно плюс-минус где-то 3-4 человека. Как по мне. В общем. Что еще хочется сказать? Подписывайтесь на канал. Почти... Осталось совсем чуть-чуть и будет 600 подписчиков. Ведь когда будет у меня 600 подписчиков, я, возможно, сниму видео по Майнкрафту. Там надо кое-какие проблемки решить, да. Что там дальше? Также поставьте одобрительный знак, ведь это первое видео, когда я играю против вас в стендофе. Ну так, чисто заинтересовать, вот. Мы уже зашли. А, также напишите в комментариях, хотели бы еще видео таких, там, где я против подписчиков. Так. Теперь надо найти. Ага. О. Вот он. Сейчас загрузится только. Он сам меня приглашает в лобби. И я его приглашаю в лобби. Принять. Да. Подождите. А, вот, все. Опять грузит. Зови. Остальных. Ну, допустим. Закладка бомбы. Ладно, допустим. Ладно. Ну вот. Сейчас покажем, как мы играем. Наверное, время немного ушло с тех пор, как у меня. Давай за специи. Извините, что я тут показываю. Просто как-то надо... Блин, я... Да подожди ты, блин. Блин. Ладно, пусть будет здесь. А, это всего лишь разминка была. Хотя, знаете, без лица буду снимать. Это как? Ну вот теперь нормально работает. Да. Как мы видим, я просто хожу. Но ведь вы же знаете, что мне трудно его будет найти. Нас двое всего играет. Он и я. Я, который собирался снимать это видео. У-у-у. Он хорошо умеет прятаться. Твою. Так.
Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Братан, прости, если чё. Зря я без лица не играю, видели бы вы сейчас моё лицо. Где мы находились? Придётся возвращаться. А, вот ты где. Ну ладно, надо же дать ему хотя бы одну... Сколько? Так, надо закупиться. И это возьму. Сойдёт. Ну вы посмотрите на меня, я с двумя пушками иду против него. О, да. Ну я тебя понял, братан, я понял. Я же знаю твой мотив уже. Надо как-то обхитрить его. Сейчас обхитрим его, ребята. Говорят, сюда надо все время заходить. А самого его здесь нет. Да уж. Ты где? Я тебя там не вижу. Я тебя там не вижу. Ну вот, ничья. Спокойно. Так. Ничья будет, я вам отвечаю. Да-да! Ладно. Блин, да он выиграет. Надо уже так было затупить. Да. Надо же было так затупить. Да уж зря я затупил. Теперь еще грузится. Круто. Это так круто, когда человека что-то грузит. Ты... О. Игрок. Думаю, видео надо заканчивать, и если у сказать, то говори. Ой,
Ну, надеюсь, вот. Го, но только за кадром. В общем, ребята, если вам понравился этот ролик, ставим одобрительный знак, подписываемся на канал. И всем до свидания. Увидимся в следующем ролике.